Всем привет, дорогие телезрители, я рад приветствовать в своем канале, с вами канал Тутитрама, и сегодня мы будем играть в Векторы. Я когда-то один раунд, уровень играл, и все. Мне, значит, тогда игра не нравилась, но я ради вас это делаю. Ну что, нравится? Ну, так, нормально. Я тут на своем другом телефоне играл. Короче, вот эта энергия, кубики, там за монетки можно 6 уровень не прошел покупать и финты всякие. Подъем экран. Ссылочку я оставлю в описании, может быть. Ну, типа, что не успел такой. Так. Второй левел. Это, кстати, фирма из Shadow Fights 2, 3. У этой фирмы это Вектор, самая первая игра. Что вам сказать? Иди ты. Мне, если честно, очень нравится эта игра. Ну, тоже паркур. Если бы я сейчас был в реальной жизни, я уже сдох от таких ударов. Вот, допустим, смотрите, как я залезу. Вот, если только лучше паркуристом залезть. Вот так вот. Больно будет же. Может быть, для вас не будет больно. И так вот я разбегусь. И разве я не упаду? Ой, и не умру вот так вот. Так, энергию не буду собирать лучше. Так, бабло собираем. Паркур. Финты не будем, ну такие трюки не будем покупать. Я их называю финтами. Ну, отец называет. Ну, мне хоть как, если честно. Ну, тоже финты больше нравятся. Да хоть как можно. Хоть правильно, хоть неправильно. Ты же играешь. Обычно я никогда вот это последнее не собирал. Немного энергии. Золотая монетка. Интересно, почему люди просто не проломают?
Сейчас купим себе финт. В смысле? Что такое? И давайте. У нас больше не открывается. Странно. И, ну что ж, дорогие телезрители, на этом можно прощаться. А с вами был канал Замкнутый Трама. Всем удачи. Всем пока.